Всем привет! Сегодня мы продолжаем проходить игру «Растения против зомби», и у нас на очереди новая бонусная кампания под названием «Terrible Lizards Are Afoot», которая приурочена новому миру, который должен уже появиться в скором времени. Мы сейчас получаем первое растение, это лягушка Спрингбин. В конце поля, если вы заметили, у нас такие как образовались места, но, как мне сказали, что это такие болота, очень похожие на какие-то плитки шоколада, но это не что иное, как похоже вроде что болото. А может быть и этот шоколад сделали зомби, увидев нас, испугавшись свежего растения, это виноград. Мощное оружие, мощная бомба, которая разлетается как картечь по всему полю. И если она приходится на эпицентр зомби, то от них мало что остается. В принципе, она сейчас это и показывает. Тут у нас появляются сеятели могил, которые начинают заполнять все свободные места могилами. Помимо винограда и спрингбин у нас есть многослойный горох, но от него пока что толку мало, потому что появляются могилы, и они становятся таким вот, ну, можно сказать, щитом, преграды на пути этого гороха. Поэтому таким эффективным средством единственным является виноград, который мы пока не получаем. Между тем зомби идут вперед и покрывают свободные места могилами. Надо бы его почаще получать. Сейчас вот как раз его получили и срочно размещаем на поле. Убираем большую группу противников и еще попутно заваливаем могилы. На нас сейчас надвигается большая волна. Судя по всему, это уже финальная часть игры. Появляется очередная партия зомби, пианисты. Ну, как-то они не очень даже и опасно, потому что зомби, я смотрю, что даже не пляшут, не перемещаются с одной линии на другую, просто как для красоты. Но тоже зомби такой не простой, я бы сказал, потому что если пианино приходится на какое-то растение, то он просто закатывает в асфальт, как, допустим, пират с бочкой, либо же зомби с глыбой. Так что не совсем уж он и безобидный, но его нейтрализовать не такая уже большая проблема, поэтому можно сказать, что зомби очень даже обычны при наличии нормального оружия. В этом уровне у нас оружие более чем адекватно, особенно это касается винограда, и оно является таким вот центром внимания. Ну а горох и спрингбин так ни о чем. Я вообще не знаю, зачем тут спрингбин, он особо тут никакой пользы не несет. Тут даже нет вентилятора, чтобы с ним можно было образовать такую связку. Ну, а мы успешно проходим данный уровень и открываем призы, в которых попадаются в основном деньги. На этом будем прощаться. Подписывайтесь, комментируйте. До новых встреч. Пока.